центральных районах видят, что ну, более-менее нормальные дома, нормально благоустроенная территория, более-менее все хорошо. А начинаешь маленько отходить, дворы все разбиты, мусор, грязь. Но это не значит, что власть в лице государства сегодня не занимается всеми этими проблемами, зная об этом. На следующий год мы будем делать дворовые территории, продолжать дороги. Соответственно, будут у нас появляться деньги, соответственно, будем выделять их на ремонт фасадов и прочее. Чтобы внести какие-то изменения, изменить тарифы, нужно провести собрание. Многие жители, когда вы выставляете вы им счета, они говорят о том, что собрание не проводилось с нами, мы не в курсе. Мы, может быть, и готовы платить, но с нами никто не советовался. Поэтому обращаю ваше внимание, что такого рода собрание нужно проводить. Деньги федеральные. Я думаю, все это будет проверяться. Если в те годы у нас органы правопорядка, которые обязаны следить за этим, закрывали глаза, то в этом году закрывать глаза никто не будет, это я вам сразу говорю. Потому что консультации на эту тему уже проведены. Будут жестко наказываться те, кто сделал некачественную. В целом, говорит, допустим, 2,5 миллиона. Вы проанализируйте, кто не может платить там по каким-то причинам, я знаю, там мама там молодая, там еще там что-то, какие-то проблемы. И нужно помогать, допустим, субсидии получить. С другой стороны, есть люди, которые просто не платят. С ними надо работать, работать пожестче. Правильно? Там, где мы будем видеть, что управляющая компания, руководство управляющей компании не справляется с той задачей, которая по жилищному кодексу на них лежит, мы будем, естественно, делать все возможное для того, чтобы жителей была возможность из этой управляющей компании выйти и создать, соответственно, другую управляющую компанию, которая будет работать более эффективно. Нужно работать более инициативно с жителями, потому что, еще раз не хочу повторяться, о том, как вы работаете, судят о власти в целом. Поэтому ваше отношение должно быть кардинальным образом быть изменено по отношению к людям и к той работе, за которую вы сами взялись. Все, что от власти городской зависит, и от федеральной, и областной, она будет делать.